Лорды, сэры, пэры, мое почтение. Всех люблю и поздравляю с днем Святого Валентина. Переходим к обзору ботинок на весну. Это те самые ботинки, которые я вам показывал в Инстаграме у себя. Мы голосовали, какого цвета брать. Называются они вот так вот. Трекер. Это Herring Shoes. Компания Solo Wear сделала специально эти ботинки для Herring. Какой же цвет я взял? Сорян, я взял черные ботинки. Знаю, многие думали, что я возьму коричневые. И, в принципе, за коричневые голосовали. Но у меня уже были коричневые данеры. Про данеры мы сейчас тоже поговорим. Мы будем их сравнивать. Мы будем сравнивать эти ботинки от Solo Wear с данерами и с ботинками Dr. Martens. Мне кажется, это будет очень полезно и показательно. Потому что Solo Wear изначально делал Dr. Martens. На заводе Solo Wear выпускались первые Мартинсы. Но потом Мартинсы вышли в тираж. Сейчас они выпускаются по всему миру. Качество сильно упало. И давайте мы сравним вот эти вот хайкеры черные, брутальные, с ботинками Dr. Martens 1461. В основном сейчас все Мартинсы идут из вот такой некачественной кожи. И видите это расслоение на союзке? Вот такие заломы образуются практически у всех. Это считается нормой. С ними ничего не сделаешь. Это никак нельзя исправить. Только воспринимать как данность и продолжать носить эти ботинки классической формы. Ох, ребята, вы меня заставляете снимать какие-то профессиональные ролики. Вот посмотрите, вот ботинок Dr. Martens. И что с ним происходит через некоторое время. Вот это нормальная ситуация. Это вот прям вот, ну, всегда у всех так. Вот поэтому Мартинсы я покупать не рекомендую. На ботинках Solo Wear таких заломов никогда не будет. Сами видите, кожа матовая. Она как будто провощенная. И за ней нужно правильно ухаживать. Но Herring нам в этом помогает, потому что дает каждому покупателю вот такую баночку с кремом. С качественным, хорошим кремом. Ну, кроме всего прочего, еще нам дается вот такая ложечка. Таких ложечек у меня очень много. И если какой-то подписчик меня подпросит, я ему эту ложечку подарю. Итак, про верх поговорили. Давайте посмотрим, какой верх у ботинок Данер, Данер Boots. Самое интересное, что вот эти вот ботинки Solo Wear я носить не буду. И не потому, что с ними что-то не так. Потому что со мной что-то не так. Я заказал ботинки не своего размера. Кстати, то же самое произошло и с данерами. Данеры я заказал восьмерку. Я в них старался, ходил, но в итоге не смог и отдал их Матвею. Эти ботинки Solo Wear на Herring я заказал 8.5, и этого оказалось тоже мало. Я ногтем достаю до вот этой внешней стороны носка. Так что эти ботинки, скорее всего, тоже будет носить Матвей. Я за него очень рад. А себе я буду заказывать, скорее всего, точно такие же ботинки, потому что они мне очень понравились. Как определить свой размер Solo Wear? Я поступил следующим образом. Я был в Атриуме, проезжал по своим делам. И зашел в магазин Dr. Martens, померил Мартинсы 1460, я померил высокие, в размере 9. И вот девятка мне как раз подошла. И скорее всего Solo Wear тоже подойдет девятка. Потому что Мартинсы 8.5 мне тоже были малы. Вот так вот я рекомендую просто выбирать. Но покупать Мартинсы я не советую, потому что, во-первых, это очень попсово. Сейчас у каждого встречного, поперечного Мартинсы. А во-вторых, качество Мартинсов оставляет желать лучшего. Solo Wear гораздо качественнее. Но что в них общего? Подошва. Что у Мартинсов, что у Solo Wear.
Airwear подошва воздушная и очень мягкая. И по подошве вот эти вот соловейеры выигрывают у данеров, потому что на данерах подошва стерлась очень быстро. И вот эта подошва, которую вы видите, это подошва, которую мне уже заменили в шузинге на новую. И эта новая подошва тоже уже, видите, начинает стираться. У мартинсов, как вы знаете, подошва не быстро стирается. И у соловейеров тоже. Значит, крепление подошвы заявлено как Goodyear. Но вот здесь шва я не вижу. Возможно, шов есть внутри. А это сделана такая окантовка, чтобы они не промокали. Может быть, там его нет. Я врать не буду, я их не разрезал. Но, тем не менее, я знаю, что подошва очень хорошо держится. И даже если эта подошва как-то каким-то термоспособом была спрессована с верхом, в общем, держаться это будет, как и в мартинсах. Вот в мартинсах, посмотрите, точно такая же подошва. Будет держаться все очень хорошо, они не промокают. Давайте еще сравним с данерами. Они примерно той же формы, классической, Hiker Boots. Не знаю, что известнее. Наверное, все-таки у данеров такой дизайн известней. Но Soulwear стоит подешевле. Сверху крючки. Видите, вот здесь вот крючки металлические. Ну, такая же схема, как на данерах. Несколько металлических крючков, а дальше вот эти вот зацепы тоже. С виду похожи на лыжные ботинки, и в этом весь прикол. За это их и любят. Теперь, вот этот язычок. Здесь такая вот перепонка, для того, чтобы внутрь не попадал снег. А на данерах вот эта перепонка, она начинается пониже, но она тоже присутствует. Теоретически, вот в Soulwear можно ходить по более глубоким лужам. Если кому-то нужно ходить по лужам. Изнутри Soulwear, ну, примерно такие же, как и Martins, посмотрите. Примерно так же устроены. Нога в носке, ну, если вы на носок их наденете, внутри будет немного скользить. У данеров же есть утеплитель. И в данерах всегда очень жарко. В холодную погоду это плюс. Ну, а весной, наверное, скорее минус. В Soulwear не должно быть очень жарко. Тем не менее, за счет воздушной подошвы, через подошву холод проникать не будет. И вам будет тепло в них и комфортно. Есть такой же вариант в коричневом цвете. Ссылку я оставлю в описании. Сколько вы за них заплатите? 15 300. Ну, там цена на херинге меняется в зависимости от курса. Там идет пересчет. Но вот сейчас это стоит 15 тысяч с небольшим. Также я заплатил за них на таможне по новым правилам чуть меньше 500 рублей. Но таможенному брокеру я отдал еще чуть меньше 1500. То есть в итоге я попал менее чем на 2000 рублей. Доставка произошла, как обычно, быстро. Мне привезли эти ботинки в офис. Как на сайте DHL, там и в смс-ках говорят, что нужно обязательно личное присутствие, чтобы вы с паспортом принимали посылку. По факту нет. Можно передать через консьержа, через охранника, через бабушку, через кого угодно. И вы получите эти ботинки. Что касается посадки. По объему они достаточно широкие. Людям с высоким подъемом, с широкой ногой эти ботинки подойдут идеально. Они прям очень широкие, очень комфортные. Если у вас ноги худые, то, может быть, эти ботинки будут вам даже свободные. На сайте Herring Shoes действует Pronin код. Им все всегда пользуются. Я рекомендую применять тот код, с которым дают подарочные формодержатели из кедра. Либо вы можете применить второй код, там будет скидка 10%. Такие ботинки я вам рекомендую. Они крутые. В
таких ботинках вы вряд ли кого-то увидите рядом. Такие ботинки будут только у вас и у Майкла Джексона. Ну, а еще у меня и у моего сына. Лорды, сэры, пэры, мое почтение. Парни, знаете, что хочу сказать? А возможно, я в них и сам буду ходить. Вот сейчас я минут 10 по дому в них походил. И, в принципе, нормально. Затянул посильнее вот в этих местах. Мне кажется, они могут стать моими любимыми ботинками. Вот так всегда происходит. Сначала маловато, а вот сейчас чувствую, что классно. В общем, следите за обновлением информации. Буду держать вас в курсе.